подмосковном Подольске запустили производство первой российской четырехвалентной вакцины для профилактики гриппа. На данный момент ее считают передовой из противогриппозных препаратов. Производитель – российская биофармацевтическая компания «Петровакс Фарм». К десятилетию с момента открытия производственного комплекса предприятие разработало и зарегистрировало вакцину «Грипол квадривалент». Препарат производят по технологии полного цикла в России по стандартам GMP. По мнению специалистов, способен обеспечить защиту от 4 штаммов гриппа – 2 вирусов типа А и 2 типов Б. Наша продукция продается сегодня в 11 странах. Как традиционные, но все-таки сложные географии для российского производителя вроде СНГ, так и такие необычные рынки, как, например, Иран. Мы поставляем продукцию в Словакию. Экспансия только начинается. Фармацевтическая компания в год производит более 160 миллионов доз иммунобиологических препаратов. На данный момент работают 2 производственные линии, в этом году запускают 3-ю. Объем инвестиций за прошедшие 3 года – это 1 миллиард рублей. Преимущество собственных средств компании, также льготный кредит от Фонда развития промышленности. Это позволило создать новый производственный центр полноценный, который мы назвали 3-й линией. Это серьезнейшее увеличение мощностей.